Пойдем через Гаганаша. Собаку потом в конце. Ура! Не хочешь? Че, они в 5 кило захилили? Не стоит, правильно выйти сделать. Пускай этот. А что за Браджин слился? Он не пойдет в ТТГ? Может, КДМ? Войд же говорил, если что, типа, двоих убиваем, говорит, а остальное оставляем. Во втором статике. Собака в конце, я во втором рейде не знаю, как... Ну, люди, в принципе, все тут, почти все нормальные. Алло. ТТГ. Зубражин, алло, ты идешь в рейд? Алло. Вот я Зорда бы свищнул. Идет. Потому что он... Это ты? Да, я. Иду. Давай Зорда свичнем, Зубраджина возьмем. Не, Зорда тоже можно взять, но надо кого-то тогда выкинуть, ДДшника какого-то. Кто почилить хочет с магов еще? Может, Мэтт Фокс? Тактику не забыл. Я почилил тогда. Не, нихуя. Да, у меня приора нет, все, но нахуй туда идти. Так тут не приор, консул. Тут консул. А где Вероника? И отойти надо было. Так она подойдет? Но без хапала залупа будет. Да я захилил без хапала. Нахуй попал. Я могу почилить после Гаганаша. Это кто? Седж. Ой, блядь. Секрет такой. Если ты имеешь в виду, что тебе какая-то шмотка именно с Гаганаша нужна, она может выпасть и со второго, и с третьего босса. Поэтому не чилишь. Она подойдет на ТТГ? Этот, Вероника. Тут что-то мне... Ой, я похилю, просто прохилим. Да нет, ты хиль. Значит, одеялка, Зорг, идите чилить. Слушай, ну я хуй знаю. Так-то, если Зорду, в принципе, блядь, выбить что-то. Зорд, у тебя какие... Ты мне ничего. Ёбаный в рот, как вы заебете это? Все эти выкрики у вас. Этот. Зорд, какие-то спеки у тебя есть, кроме Вершама? Чарки из ТТГ есть какие-то? Надо кого-то свичнуть. Какого-то мага, например, или это, пусть знает. Ты релогаешься или куда ты? Это все классно, давайте трэш бить. Ладно, давайте похуй бить трэш. Алькатрас, у тебя ДД нету, да? Есть. Есть? Чё в нем даешь? Ты 10 дашь? Дам 10. Ага. Ну спекайся, у меня просто ДД нету спека. Я понял. Сейчас объем. В принципе, на трэше можешь почилить, сейчас в круговую пойдем. А этот, как он называется? На боссе там уже спектрится. Войт, я если что, здесь я пошел на лока. Квесты поделаю. Это кто? Одеялка. Ага. А у тебя как раньше, жуй болт было или как? Да, жуй болт. Ебать, как вы подделаете ников? Раз меняете, блядь. Зачем поменял? Зачем? Я просто хотел подушку подколоть, а она взяла и ливнула. Налево, налево. Что, подушка ливнула? Да. По кругу, только через этот круг идем. Через лево и до собаки. До Гаганаша, точнее. Она не писала, что ливнула. Ну, ей же не дали тринку хиловскую. Я ее заменил. Ну, тринка хиловская, да, это... Она, я с ней общался, она, короче, обиделась на то, что, типа, она, ну, ходит постоянно на все РТ, и из-за одного слака, не по ее вине, короче, ее на замену посадили, и она обиделась. Ну, между прочим, она не раз слакала на лане, допустим. Постоянно лужа в рейде почти была. Не зря же кто-то сидел в шоке, шаман-суицидник. Не, ну это да, ну просто типа это ее слова были. Ну это понятно, это никто не признается, что там 10 раз лакал. Я 10 раз лакал. Вот видишь, я признался. Ну потому что ему ГП это, ну вот. Пацаны, вы мое ГП видели вообще? Он сам лютый он сам слайд. Решает, кому ГП давать и никому. Да, нет. Он сам не это. ГП. Нет, он сам определяет реальность. Реальность так-то, блять, чтобы вы понимали. Если бы вы правила читали внимательно, блять, там ясным языком написано. Я как бы не робот вам выдавать всегда 100% ГП, прям за все слаки.
Бывает, когда надеешься, что трай посмотришь, типа, ладно, вайпанулись, ничего, потом второй трай смотришь, ладно, похуй. Вот если каждый раз давать, то это нужна какая-то помощь, потому что, ну, это и время разбирать, сидеть. А так по видео, ну, и после, только после рейда можно разобрать. Я вот Синдру разбирал, сидел, смотрел, написал в блокнотик, кто сдох от чего, потом лоялил ГП. Ну, каждый трай также не будешь разбирать. Вот в Гере, если мы в Геру пойдем, в ЦЛК, да, у нас рейд затянется из-за того, что мы каждый трай будем сидеть разбирать. Ну и цифру побольше там ГП дается, чем в обычке. Да и за вайп по 3 сотки кидать. Тени не вынес, блять, вайпнул рейд 300 нахуй. Ну первая ЦЛК, одеялка, вообще любитель был ловить духов-то. Ну а так, там написана строчка, если хотите, помогайте с начислением. Ну типа... В плане того, можно сказать, там, вот этот пидор там лужу не вынес. Или вот этот пидор укус не передал, там, и все, и сразу полетит ГП, блядь. Ну, а вы сидите, как обычно, молчите, думаете, я суперкомпьютер, мозг 80 уровня, IQ 800, и думаете, я накину сам все. Это что, нет? Ну, это не так. Да, к сожалению. Кто это, блядь? Это в Черепашках Ниндзя, да, там был мозг или Крэнк, на Крэнк такой мозг, нахуй. А еще в десантном, в звездном десанте, блядь, был такой мозг, жук такой, блядь. Нет. Крэнк мозг. Не очень. Вот доктор Стокман, да. Не знаю, кто такой. Тот Нигель, которого я на Шедро работал. В конце того. Разные версии Черепашек Ниндзя разговаривают. Потише. Мистер Хайд, ты не настоящий мистер Хайд. Я знаю только одного мистера Хайда. Тонкий намек на отсылку, да? Я хуй знает. Так, вопрос еще раз. Значит, одеялка пока уберу, потом на ИП плюсану. Кто-то хочет почилить, чтобы я взял Зорта, вдруг шмот на шамана посыпется. Я не знаю, же Борджину надо, нет? Есть те, кто хотят почилить? Ну, если не нужен, это я могу выйти, в принципе. Там, потусуюсь. Кто-кто? Мардаунт. Ну, в принципе, тоже могу в Геджин. Не, блять. Давай Мардаунта свичну. Тут тебе там хуёво в 2 ДЦ. Мардаунт. Кстати, портал Шотряд, пожалуйста, кончить. Да, ибоните им. Мардаун тоже в этом холик. Так что это. Не, Кеншин, он ДЦ, я холик. В принципе, без меня можно пожить. Там Эльдурия холик. Так, ну. Два холика нормальные. Вот же я тебе. Портал. Я тебя выкину спать, и будешь. Это, чтоб там тотемы были, короче. Спасибо. Так, это в Долоран. А, ладно, пофигу. Сейчас Зорда суманем. Сумоньте его. Так, ну я кикну тебя пока. Там потом плюсанете на ИП. Так, чего там получается? Давай на собаку сразу раскидаем. Синтек, ты в ком сейчас? Так, ностальгия. Сова. Я сова. Ладно, похуй. Так, сюда. Сюда. Так, чтобы друиды везде были. Тактика на босса очень простая. А вот рыба стоит, жрём. Тактика на босса очень простая. Значит, метки выносим право-лево. Вот РДДшники к углам ближе. Милики просто право-лево. От босса бежите к стене. Вот, значит. Пока тестер, ты спекнулся, да, в ДД? Так, да. Спекнулся. Спиной к боссу стоим хилы изначально, чтобы там не проебаться. Ну, тут всего три механики. Выносить метки, поворачиваться спиной и отбегать от босса. Ну, там, блять, у кого активация стоит, сука? Бигдем. А, Буребек. Буребек, у тебя выруби это. Поставь на рацию. На микрофон. Зорда до сих пор нет. Давай, подождем, пока Лок поставит шкаф, и мы его суманем. Так, да, интересно. Так, сумоним. Значит, смотрите, внимание, хилов. Сейчас хпала нету, мощного хила. Все на вас. Хотя хилов у вас сейчас 6. Так что, это, за хил давайте сразу 25 тысяч по челику, кто словит фир.
Ну, кто словит пир, это, конечно, сфир, это, конечно, по умолчанию пидор, блядь, но имейте в виду, блядь, его надо захилить, чтобы он в лужу не забежал и не сдох. Все, проверка. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 500 голд. 1. Топ питал, короче. Хилы, это, я думаю, рейнджи у вас не хватает, так что вот так боком буду стоять. Так, нормально, достаете до меня. Диспелим магию, вот эту метки выносим. Авелания и домен. Надеюсь, вынесли. Молодцы. Отвернулись. Так, ностальгия и топ словили фир. Надо их захилить. Прием. Отбежали. Диспелим. Диспел хуёвый. Ностальгия на джика метка. Диспел долгий очень. Алкатрас помогает там. Рарник больше шемом даст. Помогает сочным диспелом. Кого они с диспелом не успевают диспелить. Фиры отвернулись и метки одновременно. Синтек, Алкатрас, поздравляю вас. Вы словили фир, как два нуба. ГЦ, отбежали. Так, ностальгия и Седжу. Поздравляю, вы два нуба. Вы не отбежали от зеленого говна под боссом. Метки выносите. Синтек, реса и ностальгию, ностальгия Седжу. Когда будете ресать, захильте их на фул. Вот, ностальгия, вставай. Отвернулись. Никто не словил фиру. Удивительно. Неужели такое бывает? Реса и рогу, метки выносите. Нетфокс, домен. Отбежали. Блять, домен, блять. Диспельте хилы себя. 11 тысяч все-таки дает. Метки выносите, 2 хила. Скоро фир будет, готовимся. Отвернулись. Теджу, ГЦ, блять, захильте его. Ультрадру, молодец. Я, кстати, отвернулся. Лучше отворачивайтесь. Попрыгайте в воздухе, чтобы увидеть, что вы спиной прыгаете к боссу. Аура от огня вообще стоит, и здесь там молния ебашит. Где-то под дебафом ебашит. Выносите метки. Домен, Седжу, блядь, вроде. А все задиспалены были? Убежали. Захиливаемся. Не охуею, ну... Сопрот надо пить. Сопротов нет ни у кого, надо, блядь, раздать, честно. Вот же Реса Эльнурио. Кто там еще друида больше нет? Все, вы уже потратили БР. Захильте его. Тоже все. Отвернулись. Ставьте оба тотема, ставьте на ману. Алкатраса захильте. Ну и на ману там прочитайте. Четыре тела лежат, просто как пища. Я понял, нахуй. Да не, нахуй, я не буду это бить. Выходите из комнаты. Или в лужу заходите, падайте. Что, могли попробовать? Да я в рот ебал такое пробовать, блять. Вы умрете. Смотрим сейчас рассеивание, нахуй. Сейчас все посмотрим, блядь. Геншин, что там за проблемы в хилах? Это хочешь сказать из-за зорда, из одного бича, что ли? Вас шестеро так. Хилах, что? Проблемы пока никакой нет. Я диспелю, но она точно не диспелю. Уберите тотемы, сука. Уберите алло тотемы, зорд. Все, подбегайте, только в комнату далеко не заходите. Дальше шкафа не заходите. Так, на джика. Может мне в хилам? Да ебать, всем нахуй хилов? Нет. А не, нормально прохиливается. Ультрадруль можно... Понести, просто да. Аура от огня не было, молнии шотает просто. 3, 2, 1. Так, сопротов возьму.
Так, Джика, на тебе сопротов. Раздавай людям. За сопротами кидаем обмен квадрату. И звезде войду. Быстренько. Так, ты говоришь, ауры не было. Давай посмотрим, сколько паладинов у нас. Один паладин. Значит, Зубраджин ставь тотем от огня. А, два паладина. Три даже паладина. Ну, должна быть аура третья. Должна быть от огня. Ну, еще какая должна быть? Броню, наверное, да? Кирсори, вот же. Аджика, если кто-то из них кинет тебе обмен, типа по два саппорта будут дать ностальгии, скажешь. Кому еще саппорт надо, кидаем обмен. Алкатрас. Это кто мне кидает, я говорю. Так, все взяли саппорты. Саппорты взяли. Invisible. Проты взяли, выпили. Так, рыбу поели. По рассеиванию, сейчас гляну. По рассеиванию только Геншин. Этот раз молодец. В принципе, нормально должно быть. Романтика. Спрот. Проверка на спрот. Все БР в КД сдыхать вам нельзя никак вообще. Домен, ты готов? Ага. Саппорт нужен? Так, блять, квадрату и звезде ты кидаешь обмен или нет? Или что ты? Что ты в сундук смотришь в этот? Мы даем саппорты. Два человека даем саппорт. Эй, саппорт. И блинком выноси. Блять, проснулись. Вы дрочите, что ли, блять? Тотем на защиту от огня там не забудьте, вдруг пал сдох. Да. Все готовы, да я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Меньше пробивает, но все равно типа это с саппортом стал меньше пробивать. Выносите метки. О, блять, отвернулись. Метки. Кунген топа, блять, как дела, нахуй, отвернуться не получается. Я понял, блять, отбежали. Седжу, сука. Отведите, служит. Чё ты не отбежал от зеленой хуйни? Я не понимаю, куда сбегать. Ну зеленое говно под боссом крутится. Вот посмотри сейчас на Миликов. Но он начинает крутиться, я убегаю. Ну все правильно. Я отбежал, а ты где, стоишь? Внутри босса, что ли? Надо на максимальном ниндже от босса стоять. Так и делаю. Не знаю. Хуёво, значит. Вот видишь, зеленое. Там один шаг буквально сделать. Не может такого быть. Че, у вас там места не хватает? Выносите метки. Давай отведу, блядь. Отвернулись. Мудак еще не ходит, нихуя. Буду сюда отбегать. Отбежали. Вот видишь, отбежали. Вот, ностальгия не отбежал тоже. Кот с ускоренным движением ходьбы, блядь. Не отбежал, отвернулись. Метки выносим. Не знаю, охуенно вам, наверное, играется, блядь. Лежите, охуенно, да? Нет слов просто, блядь.
Отбежали. Берегитесь. Отвернулись. Метки выносим. Отбежали. Вот люди метки отвернулись. Люди метки выносят, а из них не сдиспойлено. На Джику захильте. Доброджин ставит тотема без гимна на ману. Хоть бы в ПМ какому-то присту писал, чтобы он гим давал. Так меньше маны ресвишь на 20%. Зорот ставит тотем геншит на ману. 4, 3, 2, 1. Отвернулись. Отбежали. Отвернулись. Метки. Вот же, вынеси метку. Метка в рейде, передвиньтесь там. Отбежали. Вот видел, Седжу, несложно выносить метки. 4, 3, 2. Что вы бьете босса и чилите там стоите? Нет, с метками проблем нету. Да не с ним метка, вот зеленый круг, вот какая проблема? Вот я говорю, звезду видишь, стою, отбегаю. Так, смотрим, что выпало. Ресайте там людей. Так, чего там способность мол отправить? Лата до кольчуги. Так. Паловская. Меч. Смотрим меч. Башка с чем? Сейчас скажу. Там что-то паловское. Так, ну Кирсори, так как у тебя танк есть, меч тебе. Башка паловская. Получается, способность молот праведника увеличит получаемый целью урон от вашего заклинания печать мщения. Ну, хорошая. Так. Для танка. Катрас тебе надо? Ну, не это, не отказался бы. Ну, раз не отказался бы, значит ты заберешь. Может, ты мейн танк. Дальше. Да. Латы, критическая хуйня. Рейтинг критического удара. Так, латы, смотрим. Смотрим, кто сотку нажимает. Так, на Джика. Invisible. Вилания. Кунген. Так, как вам распределить-то, блять? Кто в Геру пойдет с вас? Так, на Джика Твинг. Invisible. А Вилания напала крутить чарку, типа будешь. И Кунген. Ну, типа для Вары это очень хорошая чарка. Для остальных такое себе. Если только крутить чарку, да? Так, а что у нас по варам там? Кирсори, смотри, сколько дает. Кунген. Кирсори больше кунгена дает. Ну, Кирсори это не надо. А на ДКшника это как чарка? Ну, ДКшник же отходит, и хоста больше нужно, чем крит. Ну, да. Плюс им РПБ не нужно. То есть, если на ней нету классовой чарки ДКшника, то она ему нахуй не нужна с критом, тем более. Он лутает 2 стата, блядь, крит, и так, РПБ не нужно. Кунген тебе сильно надо, эта хуйня? На Джика? Вы тут вообще? Да, конечно, нужна, но решай сам, кому. Так. Я все-таки на твине.
Надо подумать. Ну, закину кунгену, ты не против, да? Да нет. Давай, кунгену дадим шанс. Так, и выпало что это? Два пояса, хоста МП5, без всяких чарок, что-то СПД и скорость. СПД и скорость. Зорд одевать будешь. О, зорд в натуре будет ебашить теперь. Зорд, блядь, твой триумф, нахуй. Скорость ты ему дай сразу. Оба два, блядь, забирай. Пиздец, нахуй. Зорд, ты счастлив? Теперь ты начнешь хилить. Зорд, скажи просто. Да. Так, 6 хилов. 6 хилов получается. Зорд слабый. Блять, я даже не знаю. Ты Биг Дэм, если что, пришел, да, на помощь. А кто у тебя без КД? Вар? Или Прист? Сейчас, если кто-то будет ебланить или ДК. Ну, ДК тут я есть, как бы танк не надо. Ну, если что, гимны пройдем дадим. Типа, я гимн могу дать. Не знаю, кто сдыхал, там нет, вот рыба. Значит, босс очень простой. Значит, после 50% будет фаза. Там надо будет выносить проклятия направо-налево. Вот. Главное, на решетке их не оставлять, эти проклятия. Милики не обязательно в крест в череп, а лево-право от босса. Босс там где-то будет стоять. И он стоит примерно. Главное, из мелизоны вынести вам. Вот, когда это проклятие кончается на вас, появляется на полу круглая хуйня, бублик. С него надо моментально выйти, потому что когда вы в нем стоите, вы получаете урон, еще и минус 80% к лечению. То есть вас никто не захилит, вы там будете потихоньку подыхать. Туда надо будет в конце заходить, только по команде и под прожимкой. Прожимка только одна у меня. Так, ну по мастераурам давай. Рарник первая, Алкатрас... Вторая, а Вилания третья. Мастераур на тьму. Вот, ну там будете менять с этой. Главное, чтобы третья была, чтобы люди тоже кастовали. Ну хилы, соответственно, что тут? Просто зорд стоишь, хилишь. Смотри, только не сдохни. У тебя так, грамматика 1СС, 4БР. Ой, забыл сказать про черную лужу. Черный пол такой будет. Этот в четырех позициях, значит, далеко от босса, либо под боссом будет начинаться, либо далеко от босса. Вот он появляется, потом взрывается через 2 секунды или через 3. С него надо выйти за 3 секунды успеть. Потом он перемещается и опять взрывается через 3 секунды. Там 20 тысяч урона, так что не стойте в нем. В нем может стоять только либо РДДшник, который прожался там с тучкой или с дубовой кожей. Который, ну, уверен, что его захилит или себя сам захиливает. Который держит сверку. Ну, в принципе, сверки обычно бывают, что на границе этой черной хуйни, что ты стоишь 8 метров от сверки и ее закрываешь. Если со сверки выйдете, то по всему рейду будет 10 тысяч урона наноситься каждую секунду. Короче, по хилу здесь как? Значит, все свои прожимки прожимаем. На каждом дыхании 5 секундам магии отдаете щит маны. Значит, роги обязательно, сложный выпад. Вары для страховки, чтобы хила меньше вас хилить. Нажимаем оборонительную стойку, минус 10% урона дает на 5 секунд. И потом обратно включаете и бьете. Некромантика, похищение жизни обязательно кастуешь. И заслону темной магии нажимаешь на дыхание. Так, ну друиды дубовую кожу. Что там? Зорд через себя прям цепуху кастуй, блять. Чисто через себя. Так, 6 хилов. Не знаю, если хуево будет, может спекнем синтека. Посмотрим сейчас. Главное дыхание, если будет прохиливаться и все, остальное похуй. Ну и по гимнам на хп, значит, Нурик на свое усмотрение. Первый будешь отдавать. Вот. Геншин оставь на заход. На заход в бублике. Перед заходом в бублике ты будешь давать. Вот, и третий прист, твой гимн, я скажу, когда давать, посмотрю там, как рейд будет просаживаться. Окей. Все. Ты гимн оставь один на выход из бублика, ну, после каста. Там посмотрим, как по ДПСу будет хватать. Рарник тут,
Все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Там, если что-то увидели, что-то кто-то не так делает, там закрыл, типа, не так. Говорите, типа, отвлекаюсь на танкование. Вот скоро будет это выходить из черных. И вот дыхание, захиливаемся, прожимаем свои сейвы. Давай, ностальгия кунге нарезай, дадим шанс подамажить. Сверху не держит. Ну зайдите в сверху, значит. Кунгена захил, каску лапу пристабав даем. Скоро дыхание будет, смотрите, не проебите. Вот на дыхании только о сейвах думаем. Брать, нажми стойку. Так. Дыхание прохиливается, в принципе. Три процента до фазы. Все, пошла фаза. Вон. Ай-яй-яй, друид, беги, 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 беги. Я рабочий, давай. Гера на 35, чуть попозже. Пацаны, вы гоните? Лужи разливать, сейчас дыхание будет, готовимся захиливать. Чё гоните, что вам не так там? Да. Сферу под боссом залейте. Геру, ребят. Так отойдите оттуда, блядь. Выйдите с черного пола. Бублики выносим, право-лево, смелизоны тоже вынесли. Вот бублики появились, вышли с них. Выйдите с них. Сука, сказал с решетки вынести, вы как дебилы в решетке все стоите. Захиливаем дыхание. Только один маг сдох. Скоро еще будут бублики, готовимся. Милик, если что, в мелизоне эту сферу зауешьте, чтобы вас она не грызла. С бубликов выходим. А вы вообще не выносите, вам похуй. Проведи чуть, босс. Ну вот как он пройдет сейчас. Готовимся, возле бублика стоим. Вот, на дыхание. Короче, даю незыбку на это дыхание. Смотри, полрейда сдохло. Готовимся заходить, бублики, заходим. Выходим. Да не, нахуй, это калечное говно, нахуй. Вы невменяемые какие-то. Вот вас просишь выносить проклятие, вы даже не видите, что оно на вас, нахуй. Ложитесь, нахуй. Заходите в эту хуйню, падайте. Блять. Сука. Кто тут первый раз? Поставьте плюс, чтобы я понимал, кого хуесосить, кого нет. Бичи, блядь. Синтек, красава. То поставь плюс тоже. А я-то чё, я всё вынес, блядь. Ты на том бойсе два раза фир поймал. Блядь, вы понимаете? Нет, блядь, его вот так вот водить, крутить, нахуй, я в ахуе, блядь. Они берут зоны, кидают куда. Ты начинаешь отбегать, тебе фир, блядь, в рожу летит. Вы понимаете, что вы, ну... Как бы это сказать? Уроды. Пидорас. Да нет, блядь. Да там сразу на пуле, блядь, оставляют зону, блядь, посредине. Я не могу понять вас. Вот вы играете, да? Вы как думаете, вас каждого гуся за ручку будут водить, блядь, или что? Вы нихуя не видите. Вы не видите, что на вас этот проклятие это висит. Почему вы его не видите? Вы не хотите посмотреть свои дебафы? Справа в верхнем углу есть мини-карта, кругляшок, сука. Значит, там висит знак Орды, блять, премиум, VIP, нахуй, и прочая хуйня. Там будет появляться дебаф. Сейчас скажу, как называется, нахуй. Сейчас будем, нахуй, разжевывать, блять, тактику. Раз вы не понимаете нихуя. Что за хуйня, дискон или что, блять? Алло, прием, прием. Дискон был или что? Нет, ты завис. А, завис, я понял. Так, кто это у нас? Поглотитель разума, блядь. Вторая фаза, открываем. Вот, называется древнее проклятие, сука. Выучите эту хуйню, блядь. Да ебаный в рот, блядь. Джив стоит в рейзе прямо. Отойдите от него. Вот это поебень.
на вас будет появляться фиолетовая залупа такая в дебафах. Ее, сука, еще раз повторяю, надо вынести с решетки, блядь. Чтобы там стоял рейд, блядь, нормально. Вправо и влево, блядь. Милики, сука. Не под боссом надо с этой залупой стоять. Я потом, сука, по видео начну смотреть. Не дай бог, вы будете эту хуйню продолжать. Буду смотреть по видео и будете лутать, блядь. Вот кто нихуя не делает, кому на все похуй. Вы думаете, вы пришли сюда, блядь, 1, 2, 3 нажимать? Ласками надо смотреть, что происходит. Сука, вот кто тут первый раз, лучше, сука, бейте автоатакой и смотрите. Посмотрите 2-3 раза, как выносить, блядь. Посмотрите, появляется ли на вас это проклятие. И потом уже, когда вы это вынесете и раздуплитесь, блядь, потом уже будете дамажить. Мне вот эта хуйня не надо, чтобы были как котята, вы нихуя не видите, блядь. Если кто-то хочет все видеть, блядь, скачиваем вот Дон Вуду, блядь. Посмотрите у меня на видео, вот на стриме там люди вообще смотрят. Вот 6 человек смотрит, нахуй. Тут все видно, нахуй. На кого вешается проклятие, блядь. Сколько секунд осталось до того, что оно, это скинется, появится бублик, блядь. Вся поебень видна, блядь. На, я рыбу не ставил, да? Есть, ставил, есть, ставил. А, я понял. Я поставил. Минус 150. Играйте, сука, наверное, без фреймов, нахуй. Вот сейчас скрин интерфейса попросить у всех, блядь. Ну, точнее, у тех, кто новенький, нахуй. У вас там, наверное, нихуя нету. Ни рейда, нихуя, блядь. А в этих стандартах, наверное, не показывается проклятие. А хули, конечно, не показывается. Показывается. Раз... Показывается? А... Да, там все показывается. Так, там, значит, настроить же можно. Увеличьте себе на пол экрана это говно и смотрите, блядь. Рарник тут нет? Рарника нету. Где же стоит? Все, рарник тут дает отчет. Не знаю, где что стоит, похуй вообще. Кунген, не сдыхай там, защитную стойку нажимай. Щит одевай и шивы нажимай, если есть. Тут сдох. В черном полу, наверное, сдох. Вот скоро дыхание будет. Пол, видите, черный сзади появляется. Сейчас приблизится. Вот видите, надо с него выйти, блять. Дыхание еще одновременно захиливать. Вот вышли, либо вперед, либо назад. Сейчас еще центральный кружок появится. Вот, вышли, сука. Я себе, никто не сдох. Сет же только получил урон. Наверное, ложный выпад нажал, да? ГКД не успел. На секунду позже прожал. Да. Дыхание захиливаем. На дыхании думайте только о своем хп, блядь. Вот, смотри, минус 2 мага, нахуй. Пускай лежат там, дамаг все равно хуйня. Сова, беги. Ну не по КД беги, ну дай, что они до тебя добегут, блин. Вот. Ну не стой в луже. Ты в луже, что ли, стоишь? Ебать. Меня иногда шокируете просто. Надо сейчас Геру дать. Потому да, что да. Они потом. Да, давайте. Пока народ живой. Сферку под боссом залейте, милики, вот это. Я просто в рейд не поведу. Проклятие, вышли, сука, с милизоны вышли, на джика. Кто там? Вот, нормально раздел. Все равно возле милизоны раздел кто-то, блядь. Ярим пока. Еще будут от бублики. Вот, это захиливаем вот это дыхание. Так, это захилить, наверное, на следующем хуёво будет. Скоро проклятие будет. Вышли с проклятиями. Некромантика, Хукмастер, Эльнурио, блядь. Зубраджин, блядь. Заходим в бублики. Дал мне зыбку. Быстрее в бублики, сука. Вот, кто-то не успел. Выходим. Этот, Миддарк на хп читай. Быстрее. Прочитал уже. А, хуёво. Ну, пробуем так захиливаться, как можем. Гимна, дайте по Эльнурию срочно. Миддарк на ману читай, гимн. Проклятие, кстати, выносите и выходите из бублика. Выходите с них, чтобы вас хилить могли. Тут уже пиздец сфер дохуя. Ну, не знаю, на хп отдавайте, если у кого-то есть. Вот на это дыхание. Кто-то дал, да? Добьете уже. Прожимки все. Будем надеяться, что добьем.
Да ёбаный ты в рот, блядь. С одной стороны, хорошо, что руник спамится, с другой стороны, силы рун постоянно исчезает, блядь. Ну, опять запы. Дайте запустим, ойт. Все позырим. Так, огнестрельная на танка. Кирсори, надо тебе? Или не надо? Не, не надо. Так, значит, на джика. Так, пояс, ткань, чё там? Сила заклинаний. Дух крит, короче. Можем наш пояс срочно нужен? Так, ща посмотрим. Я бы тоже не отказался, кстати, от него. Да, пояс бисовый. Для ШП. А World Flex это вот новенький маг гильдии, это откуда взялся? Он вроде старенький. Старенький. Он вообще-то старенький, он с нами давно. И ник он не менял. А, да, он давно не играл просто. Просто его в рейдах не видел давно, да. Так, ну и чё, кому с вас давать? Миддарк недавно, World Flex давно не играл. Ильнурио давать, что ли? Я бы дал Ильнурио, потому что он гир уходит с нами. Ладно, так и быть. Дадим. Лат, и чё там? 320 урона. Кому латы надо? Так. Кунгену одни давал. Так. На пала это пойдут латы вообще или нет? Или можно ему не давать их? На почему это пала... ролик будет? Да, и такая черка тоже, в принципе, неплохо. Если две классовые есть уже. Я вот просто не знаю, на джике, знаете, он, это в принципе твинг на кисы. Вот. Или этому новому палу. Который этот, мулат. Че, не черный сразу? Ну так ты же не черный, блядь. Ну, дай палу. Палу, да? Оденется побыстрее, как бы тоже. Просто загорелый. Ходить будет. Дал просто палу. В солярии, ну, родился. Так, голова. Скорость АРП, чё это, блядь? А, тоже 320. На какого-то энха, я хуй знает, да? Есть? Есть энхи врение. Зубраджин, твой триумф. Я понял. Зорд, ну, блядь, надо собирать что-то, блядь, помимо хила. Вот тебе подарок. Так, ноги крит-хаст с критом. Кожаные, СПДшные. Нихуя себе. Кому надо? На сову покрутить щарку. Так, Мэтт Фокс нажимает. Чё Мэтт Фокс у тебя по ДПСу? Меньше ностальгии. В принципе, она тебе только и нужна. Забирай. Так, начинается самое интересное. Кто будет... Кто не знает тактику здесь? Кто прям вообще чугун чугуном, блядь? Не-не, Ильнурио пиздит он. Он знает. Ну ты, кстати говоря, в этого, в ШП прыгай. Вот если что, могу зайти помочь. Сейчас. ШП не прыгать? Да, конечно. К Мелизу или походить? Нет. Сейчас подумаем. Так. А ты кем, история, можешь зайти? Рокой. Надо посвищить слабых. На отдых отправить. Кто там самый слабый? Вы можете попробовать. Ностальгия, тебе надо отсюда какие-то чарки? Так, вот Кангена можно свищнуть. Ну, наверное, перчатки надо. Не, сразу надо нормальных взять, блядь, чтобы не еблане здесь не сидеть. Так. Зорта, наверное. Зубраджин, тебе не надо же нихуя отсюда? Или какую-то чарку будешь выбивать? Это Вилания. Давай, заходи, история. Виланию свищнем. Прессую. И Биг Дэм заходи. Так, история... А кто еще есть? Нету больше никого? Извини, там кто-то еще. Оли, блин. А, ты без КД на ТТГ? Давай, заходи. Так, Кирсори вроде больше кунгена дает. Зор-то еще свичнет, наверное. Ой, блядь, я вот еще не уверен, как они будут ультрадру. Ультрадру вроде должен шарить. Нормальный челик. All
Так, Биг Дэм, ты заходишь? Ну, да, сейчас зайду. Так, злобный, наверное, СКД. Так, вот Холидринг. А Хэлла был? И Хэлла здесь. Пошли, пошли в ТТГ. А чё я там много дамаги вам не дам? Не надо дамага, надо скилл. А, понятно. Вот я Зорта свичну. Ты в Элеме пока. Так, Биг Дэм сюда зайдет. Зорта свичну на отдых его отправлю. Ультрадрузы будут нормальные хилы. 4 пускай хилят. Хотя вот хэпала нету, не знаю, тяжело-то будет, наверное, вам. Посмотрим сейчас, короче. Так, Биг Дэма пати хилов хилить. И Хэла сюда. Вот, нормально теперь. Все, 8-я пати чильте. Дайте им портал в Далран. Учильте. Здесь нормально ебанем. Без затупов. Сейчас скажу, кто с какой стороны начинает. Так, значит. Синтексова. Сюда Рогу. Вот Фоксова. Сюда на Нджику. Ностальгия код. Геншин ДЦ. Так. Получается. Первая, вторая пати. Вы начинаете со стороны танка. Метки ставить или вы сами понимаете, что это такое? Так, с ничем не заходить, ой. Кто это? Холидринг. Тут я смотрю, на замену наставил шестую пати. Я ж тебе кидал в это. А, сейчас я кого-то свичну. Милики, кто не был здесь с вас? Invisible. Тебя свичнуть или будешь пробовать? Типа... Пусть попробуют. Пускай попробуют. Так. Кирсори на Джика. Ладно, пускай сидят. Ну тогда будьте на подстраховке. Тебе левать не надо никуда? Не, никуда не надо. Так, смотрите там стрим, если что, пока. Значит, это, тактику рассказывать? Давай я расскажу разок для Invisible. Так, значит, первая, вторая, начинайте в кружке с танком. И с ними еще Геншин и Ностальгия. Вот эти 12 человек получают фиолетовые метки. Остальные 13 зеленые. Значит... Тактика здесь. Значит, у босса 5 обилок. Он кидает метки. Значит, зеленые и фиолетовые. Каждый человек с этой меткой, у него определенная тактика. Зеленый — это стоять. И если вы двигаетесь, то на вас копятся стаки. 3 стака накапливаются, вы будете в дезориентации. Как будто вам рога ослепления кинул. Вот это очень опасно. Потому что может по вам луч пройти и вайп не тереет. Значит, фиолетовые тоже то же самое, только на вас так и копятся, когда вы не двигаетесь, то есть наоборот. Вот. И вы должны постоянно либо прыгать, либо бегать. Вот, объясню, как вешаются стаки. Они вешаются именно в наступление первой, второй, третьей секунды. Именно в момент наступления секунды. А не просто отсчет идет. То есть, если вы прыгнули с 0,2 до 0,9 секунды и с 0,9 до 1,1 секунды стояли, потом опять прыгнули до 1,9, потом опять стояли 0,2, то на вас будут стаки обновляться. Они в этот момент именно обновляются. Если вы прыгаете, у вас не получается, у вас либо пинг, либо еще что-то, то чтобы сбросить стаки, начните движение и двигайтесь как минимум секунду или как минимум до того момента, когда спадут стаки. Вот это самое главное, что вам надо понимать, милики. Далее есть 3 способности, которые кидаются на людей с метками. Это или 4. Значит, первая — пульсация. Это просто появляется и исчезает кольцо вокруг. Оно наносит 500 урона по дефолту. Вот, дальше там босс будет настакивать, ну, увеличивается количество входящего урона, и оно будет больше и больше бить. Но это захиливает хилы АОЕ. Вот, значит, дальше кидается гейзер. Гейзер — это кольцо, которое появилось, и оно не мигает. То есть оно вокруг вас 8 метров появляется, это кольцо. Вот, допустим, в кружке стоит челик с этим кольцом. Вот, чтобы ему выбежать из этого кольца, нужно сделать 2 прыжка. Вот раз, два, все, вы за границей этого кольца. Кольцо по дефолту наносит 15 тысяч урона. Взрывается оно через 3 секунды после появления. Вот у вас есть секунда на реакцию, секунда сделать 2 прыжка. Если не успеваете, будете сдыхать. Но 15 тысяч не убьет, если вы один стоите. Но если вы стоите вдвоем в одной точке, то появится 2 гейзера в одном месте, и это уже 30 тысяч урона. Там уже будете сдыхать. Вот, чтобы выживать от этой хуйни,
Вы изначально должны стоять на максимальном рейнже от босса и милики еще круглый круг под боссом. Как вот на первом боссе зеленый, так же здесь надо будет отходить из-под босса, чтобы не сдохнуть. Там тоже ваншот будет. Вот. Стойте максимально разряжено так, милики, чтобы в какую-то одну из четырех сторон у вас было место, чтобы вы туда выбежали, и там не было людей. То есть не стойте вот один, и вокруг вас там на 5 метров от вас хороводом стоят челики. Типа не стойте в толпе. Потому что если вы будете выносить, ну, гейзер на вас появится и на всех, он появляется на одной из меток. То есть либо на зеленых на всех, либо на всех фиолетовых. Вот и чередуется. Если такая хуйня будет, то это... Стойте так, чтобы вам было место, куда вынести. Сейчас поймете. Вот, значит, еще появляется метка над головой. Как вот на первом боссе, которую к стенам выносили. Только здесь и фиолетовая, и зеленая может появляться. Эта метка через 10 секунд или через 8, она взрывается на 70 тысяч урона. Вокруг вас на 8 метров этот урон наносится и делится между теми, кто там стоит. Если вы один стоите, то есть челики с баблом выносят, чтобы не убить никого, нажимают бабл. Челики с тучкой выносят тучку. Значит, челики маги с глыбой выносят... Повтори еще раз. Что за метка там? Метка над головой. Над головой такая метка. Либо зеленая, либо фиолетовая. Увидите. Метка скверна? Метка скверна, метка тьмы, да. Понял. Значит, это хуйня. Значит, маги выносят блинком и глыбу нажимают. И выходят с этой метки потом. Значит, так, ну танк я, блядь, себе не надо ничего рассказывать. Хилы. Смотрите, значит, милики. Давайте как разделимся. Те, кто нихуя не понимают, те, кто первый раз. С пула 15 секунд побьете и пойдете в штрафную зону. Штрафная зона вон там. Вон ромбик поставил. Вот в том направлении будете далеко от рейда прыгать. Просто прыгать, чтобы стан не словить. Значит, там будет прыгать Геншин. Вот, и кто не шарит, типа, кто в себе не уверен. Вот, Invisible, 15 секунд побьешь и пойдешь туда прыгать. Смотреть, как люди играют. Вот. Ну а так, давай, допустим, в первую пати самых скиллованных закину. Так, тут Наджика. Invisible туда. Так, Hookmaster. То историю давай сюда закину. Вот. Вторая пати, если не уверены в себе, убегайте туда в ромбик. Если уверены, оставайтесь, бейте. Ну и давайте так. Вот собака стоит. Это лицом примерно в кружок, но чуть дальше. Вот сейчас переставлю. Допустим, вот здесь собака стоит и смотрит лицом в стену, я ее там держать буду. Допустим, первая пати выпрыгивает в левую сторону, если смотреть на кружок, на стену. А вторая пати в правую сторону туда, то есть в сторону ромбика. Как здесь РДД стоят? Здесь, значит, обычно третья пати ближе к звезде стоит. Дальше стоят 4-3 хила вот здесь. Треугольники примерно централизуются, то есть им нужно и миликов, и меня доставать у стены. Вот, и четвертая пати уже дальше всего стоит вот здесь. Вот, стоите так, чтобы выбегать вам в сторону звезды, вот в сторону сюда, не в сторону миликов, не в сторону собаки, а в сторону от собаки. Вот, и когда вы стоите, чтобы гейзеры на вас появились и вы выбежали, смотрите, чтобы вот на сторону движения, куда вам выбегать, не было людей. Вот, вставайте в шахматном порядке, то есть не вставайте вокруг друг друга. Чтобы не зажимало. Ну, соответственно, маги просто выносить блинк, некромантика портал стоит. Кто там? Ну, остальные на реакции только выносить должны. Так, ну и самое главное, значит, лучи. Значит, смотрим, значит, на хисторию милики. Вот, ассист. Эти. РДДшники смотрим на бигдема. Вот, значит, на них будут метки. Вот, РДДшники смотрят на кружок. Если вы не понимаете, как выходить с лучей, смотрим на эти метки. 1-2 раза смотрите, пока не запомните. Вот на них метки. Как именно и когда выпрыгивать с лучей. Делайте синхронно с ними. Ну и самое главное. Урон. Вот у вас зеленая метка или фиолетовая. Противоположного цвета урон. То есть у вас зеленая. Если вы получите урон фиолетового цвета. То есть либо это пульсация, либо луч, либо лужа. Либо вы подошли к игроку, и от него пульсация 500 урона идет. Если вы этот урон получаете, то на вас будет вешаться дебаф конфликт стихий. Это все у меня видно в Вуду, блять. Вот. Если вы этот дебаф ловите, то вы в течение 5 секунд 25 тысяч урона по рейду наносите. Каждую секунду по 5 тысяч. Это будет ваншот рейда. Это рейд весь упадет. Вот.
Это самое главное, чего вам нельзя здесь допускать. Первое. В метке сбегаетесь, если это не маг, не пал, не шипе, сбегаетесь 3 человека, чтобы лужа взорвалась на 70 тысяч, вы урон разделили и с лужи выходите. Дальше с гейзеров 3 секунды до взрыва выпрыгиваете, выбегаете, дальше бьете. И на луче выпрыгиваете с луча и смотрите на метки. Все, ничего сложного больше нет. И не подбегаете к другой пачке. То есть пачка слева, пачка справа, милики, РДД друг к другу не подбегают. Все, проверка, посмотрим. Надеюсь, новым понятно людям, кто здесь первый раз. Посмотрите. Можно мне из туспула? Можно. Рарник. Нет рарника. А я ставил рыбу, нет? Будет ставить. Есть рыбка. Есть рыбка. Так, должна быть. Все, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Так, вот метки появились. Смотрите, там Биг Дэм или кто-то, или история, озвучивайте на ком, типа гейзеры. Потому что я в стену уперся, нихуя не вижу. Штрафники, кто там в себе не уверен, вон в Робика уже можете съебать. Сейчас на ком-то будет гейзер, не знаю на ком. Ну, вот алкотестер не отбежал. От белой хуйни. РДД гейзеры были, да? Чё вы нихуя не говорите, вот, блядь. Да. В мили-зону гейзеры будут на поездах аккуратнее. Читайте мили-зону прилетите. Вот поезда, смотрите. Вот же, словил конфликт. А все, вайп нахуй. Да. Придется заново тактику объяснить. Сейчас нахуй. Сейчас ничего нахуй. Сейчас мы по-другому сделаем. Вы этого босса убиваете по ДПС, это раз. Второе. Сейчас вот вы и бланите. С следующего трая я начну хуярить ГП. Алкотестер, спрекайся в танка, я постою в РДД. Посмотрю, как. Да я было. Это, я по анонсу. У меня просто кнопка, блядь, стоит. Я сейчас кнопку уберу, я по анонсу. Танчу лучше сам, блядь. Мы сейчас, у нас сейчас будет больше вайпов от того, что, блядь, у нас будет другой человек танчить. Блядь, я серьезно. Ну ты думаешь? Алкотестер, ты же танчил эту хуйню, да? Угу. Все, алкотестер будет танчить, я лучше посмотрю за вами. Я буду ГП хуярить, походу, сразу. Так, а так как я хочу в РДД стоять, надо будет кого-то в мили-зону закинуть. Кто у нас там самый бич? Так стой в мили-зоне, прыгай там в квадрате, в ромбике. Да, да, в принципе. Там можешь видеть все. Да, в принципе, давай так. Давай так. Алкотестер танчишь, короче. Я буду смотреть сейчас. Конфликт сейчас ловили 3 человека. Вот же словил на луче. Потом остальные еще. И Кирсори, и еще кто-то, по-моему, или Хукмастер, кто-то с них словил. Сейчас вы за эту хуету ГП полутаете, блять. Сейчас начнем учиться, блять. Со стимулом, да? Со стимулом, да. Ну, блять, ну так назвал, блять, я хуй знает. Ну, Алкатрас у него, ну, да, блять, не созвучно. Кому объясняли, блять? 30 минут, нахуй, что делать? Никто нихуя не понял. Я, и жалко, что я рекаунт... Жалко, что я рекаунт удалил, нахуй, но сейчас вы все увидите, блядь. Каждому линкану, блядь, кто какой урон получил. Чувствуется войд, яйца вывали. Всем пизда. Я понял, блядь. А чё вы там, блядь, Эльдурио, где он? Я вылетел, сейчас я зайду. Свет выключили. Бывает. Некоторые вообще диван, блядь, дают на лане, нахуй. Да это мисклик был. Ладно, на лане, подожди. Ты на синдре дал. Попросил фридом, дали. На хули. А, диван просто дали. Типы просто неопытные, блядь, месяц Вовку играют, нахуй хули, путают кнопки еще. Я тоже, знаешь, мы как-то били лича, блядь. А кто у нас там, блядь? Рарник, ты придешь, нет?
Рарник! Давайте позовем Шем. О, он здесь. Нет, из воды уже. Жрите рыбу. Так, блядь, какая вода, блядь. Пацаны не бафанные, блядь, стоят. Кулака нет. Хуёво, что нету. Бафайте. Так, надеюсь, время уже дохуя прошло. Давай. Давайте, сейчас у нас двойной стимул, блядь. Зубрджин, Биг Дэм. Рарник готов, нет? Зубрджин тут. Нобот стоит в дверях, если что, починить. О, на туре давай починимся. Так, еще раз проверка. Меддарк, поближе встань. Не именно в звезду. Ну, чтобы назад уходить можно было. Не, нормально. Я ухожу и все, мне вообще комфортно. Я говорю, ты зажимаешь других, тебе это комфортно. Кого я зажимаю? Сейчас, ну, нахуй. Спереди стоят. Сейчас все получат, блядь. Этот. По-моему, все готовы были, дает счет. Типа сюда нормально будет? Ну, вот, на, вот, кожик. На алкотестера напуливайте. Все, погнали. Все, и назад уйдем, и все. Давайте, блядь, тренируемся, на. Смотрим, скоро гейзеры будут на ком. Ты танчишь слишком близко, собака к РДД у тебя стоит. Ты к стене не упираешься, паладин. Милики будут выбегать, в РДД выбегут. РДД выбегать. А, гейзеры в РДД. Вот Мидарк не выбежал. Следующий гейзер в миле будет спать. Я не успел. На обстреле будут гейзеры на миликах. Стойте так, чтобы вы успевали. Если не успеваете, стойте, не бейте. Стойте далеко у стены. Делайте что-то, чтобы вы не сдыхали. Вот обстрел, смотрим, как двигаться. Вот прошел этот луч, перепрыгиваем вот сюда. Седжу и... Блять, танк, смотри, сдох. Ложимся. Седжу мы тут. Танк. Иди забирай. Да не. Да, ты же танк. Не, я не буду забирать. Седжу и Мэтт Фокс. Урон по союзникам. Ну-ка, кто там словил? Мэтт Фокс, а Седжу, по-моему, не словил. А Седжу тогда чего сдох? Тотем, убирайте и выходите. Вы умрете. Так, смерти. Седжу. Вспышка тьмы. С гейзера не вышел. Седжу, Мэтт Фокс. Алкотестер как сдох? Проебали хилы. Не хилили, да? Смотрим. Сокрушающий удар. Не отбежал от белой хуйни. Ф, молодцы, блядь. Седжу, Мэтт Фокс, алкотестер. Так, ну давай, ты это, как-то по-особому танчишь, ты же видел, как я танчу, попробуй так же. Во-первых, это делается для чего? Милики право-лево убегают, вот, вот смотри, вот ты стоишь здесь, уперся вот так вот, и ты пятишься. Ты одновременно решаешь проблему, тебе на лучах не надо никуда отходить. Лужу ты стакаешь в одном месте, то есть появилась лужа, полтинник отдал, настакалась она, вышел. Когда она закончилась на тебе. Белый удар, он до тебя не достает, если, ну, если ты босса, конечно, вдоль стенки вот так не поводишь. Ну, ты понял, да? Вот, когда ты будешь переводить босса на даль, ну, ты лужу вылил, да? Вот сюда перевел босса, и он хуево пошел. Ты просто, ну, вот так его проведи, чтобы он шел параллельно кружку туда, к ромбику, а не вдоль стены. Вот если он вдоль стены пойдет, то тогда уже стоя от него на расстоянии, ну, то есть, если он, допустим, вот здесь, вот возле стены встанет, и ты уже тогда вдоль стены стой и прыгай там, то есть уже не пяться. Но чтобы ты в сокрушающий удар не попадал, потому что он шотает. Ну,
Еще раз объясню. Сначала смотрите тактику, потом начинаете дамажить. Мидарк. Седжу. Не-не-не, я знаю, знаю. Я просто не успел. Там два гейзера подо мной выпанули. Я меня прям на грани лопнул. Я теперь это, я короче понял, что, ну как, я прыжком просто уходил. Топа здесь нет? Два фрейма босса, не стойте сильно близко туда вовнутрь. Топа на Войда напуливает, молодец. Смотрим, скоро гейзер будет, смотрим на ком. Мили. Милики. Идет. Берегитесь. Вот метка на хукмастере, там разольете милики. Этот, значит, РДДшники, готовьтесь, на обстреле будут гейзеры. То есть выходите с одного луча, и когда готовитесь выходить, первый луч, который прошел, в старом, во втором луче появится гейзер. Вы одновременно из луча выходите. Вот смотрите внимательно сейчас РДДшники. Или умрите. Вот смотрите. Выпрыгиваете, и вы уже одновременно... Сед же словил луч. По всему рейду хуяришь. Падаем. Так, синтек. Так, немного же упало, можем же еще быть. Не, не, я не буду бить. Может быть, все-таки попробуем побить еще? Два человека упало всего. Пять, троих пять нету. Нет, два. Сезжу. Четыре, там зуброджин стал просто. Хотя этого делать нельзя здесь. Значит, синтек, домен, ультрадру. Сейчас смотрим, что вы сдохли. Так, синтек. Ну просто не захил. Просто не захил. Домен. Ну да, то же самое. Ультрадру. Получается, четырех людей ты убил. Вот конфликт стихии. Получается, ты вайпнул рейд Седжу. Вот тебе полтинник для начала. Потом сотка будет. Чтобы понять, что ты словил конфликт стихий, открываем полученный урон. Уберите там тотемы нахуй. Ну, быстрее как-то, блядь. Или выйдите. Что вы делаете, блядь? Так время долго тянете. Сейчас люди будут в инст заходить и будут вылетать игра у них. Бичи, блядь. Значит, смотри, Седжу. Полученный урон. Ты с меткой с какой? Братан, объясни мне, пожалуйста. С фиолетовой, правильно, да? Вот, вспышка скверны, это что такое? Это зеленая хуйня на полу. Ты с нее выйти не можешь? Или что у тебя, блядь? Или ты думаешь, нахуй надо? Ты убил четырех людей сейчас. Короче, Седжу, идешь ко мне к звезде, нахуй, и прыгаешь... Как я показываю, не бьешь нихуя босса. Потому что ты вайпаешь рейд. Сначала научись с лучей выпрыгивать, потом уже будешь бить. Все остальные, еще раз напоминаю. С лучей вы выпрыгиваете. Для того, чтобы не словить конфликт стихии. Вот он словил конфликт. Его захиливают, и сами хилы сдыхают, нахуй. Два хила сдохло, еще два РДДшника. От этого конфликта. Нихуя сложного нету, надо просто выпрыгнуть с одного луча, а потом в другой. Если ты не понимаешь, как это делается, сначала посмотри, научись, и потом уже будете махать клинками, дамажить, блядь. Когда говорю вайпаемся, значит вайпаемся. Сейчас посмотрим, блядь. Если 5 тел на конфликте не будут сдыхать, одно тело если будет лежать, еще можно побить. А так по 5 тел сдыхать нахуй надо. Рарник. Ты где?
Ой, бля, Рарник, ну ты где там? Рарник готов. Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Смотрим на ком гейзеры, будет внимательно. Готовимся. Это может быть либо на РДД, либо на мельках, вот на нас. Вот, отлично. Берегитесь. Значит, РДД на обстреле также будут на вас гейзеры. Не протупите. И не словите никто конфликт. Вот обстрел, смотрим. Бегите или умрите. Вот появляется луч. Вышли на пустое сначала. Прошел, выпрыгнули. Вы умрете. Как оно меня задело, а тебя нет? Тебя вроде не задело. Меня задело, меня откинуло так, лучом. Так, Отжим, Фокс, Домен и этот, Врей. Врей. Это я в кости блинканулся. Мне чуть не хватило. Сори, мастер. Берегитесь. Так, а, у нас гейзеры. Так, молодцы. Так, ностальгия пока что за конфликт. Вдруг водите. Вот луч вышел, выпрыгнул. Вот никто не стоял, вот видите, научились. Захильте топа. Так, РДДшники, там немножко в сторону решетки смещайтесь, если он пойдет по кругу. И на нас гейзер вроде был, следующий на вас будет, готовьтесь. Так, Геншин, подбегай к нам, надо разделить урон. Зубы на себя давай. И выпрыгнем с лужи. Прыгивает. Можешь параллельно вести, ну типа в обратную сторону вести, начать. Короче, дал не зыбку. Захилим, захилим, резону поднимите. Вот обстрел. Готовимся, выходим с обстрела. Вот. С 2 ляма, может, добьем. Молодцы. Ладно, за этот трай тогда отменить. Два пояса. Вот тапочки тканные. С СПД плюс. Блин. Так, что там? ДКшные. По КД падает этот самый. Чё ДКшные? Ну и Варовская, Вар ДК. Пояса. Тапки хочу. Чё, два пояса?
Я думал, на танка что-то. Нихуя. Что там люди замены плюс путные пописать сейчас? Да. Да. Сейчас их позовут. Надеюсь, они в первом ТТГ не были, а то я по журналу проверю, блядь. Я косарь въебу сразу, если найду. Так что имейте в виду, блядь. А ты делай в конце скрин. А так видосы есть. Все. Ну и в журнале. Ну, эти видосы, кстати, а туда лезть надо. Ну так-то да, в натуре. Да и в скрин тоже лезть потом надо будет. Да ну ты отдельно делай, сделай себе вкладку, да и все, блядь, чё. Которую только ты видишь. Глубокие раны, короче, получается пояс. Так, пояс, глубокие раны. Аджика. ГЦ получается. Тапки, кольчуга, крит, хаст и на крит удар еще. Сколько у нас сейчас времени? Блять, дохуя. Что-то можно сгонять? Вот я не знаю, что только. Арзубраджин. Десятку можно сгонять. Пока 10 гер. ТТГ-10. Можно в ЦЛК, можно в кару ПМ, можно в Зуламан на 3 босса. Ну, ты если чарки выбил все, это не значит, что они у всех есть, типа. Ты так говоришь? У меня вот 3 спека. А что тебе надо, мне интересно, в ЦЛК, Саня? Да ему лича, блядь. А, он... Лича убили. Синдры ему надо. Синдры хочет, он армса там какого-то делать. Ебать, 30к будет давать. Этот пояс, значит, на ДК, ДД получается, да? Что у нас там? Что там? Ледяной удар, лик смерти, блядь. Invisible, получается, ГЦ. Ну и тапки тканевые, нихуя себе. По-братски. Это надо подумать, кого апнуть. Знаю, Геншин очень долго за ними ходит. Ну, она, да, Геншин. Мне не очень нужны на ДЦ именно, даже не на ШП. Вот. Геншин парень стабильный, будет выдавать 100 тысяч абсорба. Ну, этот питомец, я не знаю, на кого бог пошлет или ролить хотите? Ну, что там, питомка была. Давай, я просто глаза закрываю, отдаю. Вот же получил. Че, запа надо, Саня, с Синдры. Так, на ИП кто-то еще плюсуете? Есть там кто еще? Не запа, что на мне нужно с Синдры. Так, Ивс. Это типа так. Маги есть, дайте портал. Их еще можно, конечно, скрафтить, блядь, но у меня золота нет, чтобы. Так, Ладикон. Все плюсанули на ИП. А куда плюсануть, в ГИ или в рейд? Ну, если ты в рейде, не надо никуда. Ты в рейде сидишь, тебе не надо никуда присылать. А, окей, все, сори. Так. Сейчас там 1400 молодцы. Второй ТТГ закрыли, это уже хорошо. Чарки быстрее будут фармиться. Вот, ИП. Так, ну теперь я не знаю. Ну, допустим, если апнуть челиков, кто ходит в ЦЛК 25 гер печеньками, то есть вариант...